Всем приветик, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня будем вскрывать очередную посылку с пиротехникой. Как видите, петард очень много было. Посмотрите предыдущие распаковки. Кто не видел, кто впервые на канале, подписывайтесь. У меня канал про пиротехнику. Снимаю различные эксперименты, взрывы, распаковки и тесты пиротехники. Поэтому будет интересно. Вот. Напоминаю, ребят, было очень много, штук 40 видосов с пиротехникой, поэтому советую посмотреть предыдущие ролики. Также в конце мы снимем обзор на всю мою пиротехнику, которая была в этих 40 коробках. Посмотрите, что я заказывал, что мы будем тестить в следующем году. На канале будет очень интересные, жаркие видосы, так что советую подписаться, чтобы не пропустить новых роликов. Что ж, ребят, давайте, короче, вскрывать данную посылку, посмотрим, короче, как... Что пришло и что я вообще заказывал. Так, давайте посылочку в сторону. Так, ставим. Ух ты, шо, вот это да. Блин, первое, что бросается в глаза, просто улет. Это у нас вот такие джамбо Power of Dynamite от Кометы. Короче, вот такие джамбы я нашел в одном магазине, очень классную пиротехнику, поэтому решил заказать. Так, эту упаковочку я, наверное, не буду открывать, поскольку таких уже я видел не продаются практически нигде, поэтому решил оставить себе в коллекцию. Не буду открывать, чтобы они не просырели, потому что петарды действительно очень классные, такие уже редко где встретишь, поэтому пока не будем открывать. Если что, потом на какой-то видос обязательно вскрою их, покажу. Может быть, когда буду свою коллекцию показывать, обязательно их покажу вам. Так, давайте дальше смотреть. О, дальше тоже классные петарды. P6000. Класс. Поскольку петарды меняются, а старых петард уже не делают, поэтому вот что-то хочется себе в коллекцию ставить. Вот, поэтому взял. Так, эти петарды отличные. P6000. Взрываются суперски. Смотрите, какой толстый корпус. Фитиль длинный на всю петарду. Мне очень нравится петарда. Интересный вариант. Давайте дальше посмотрим что-то, что есть в посылке. Так, Corsair 4, как же без них? Мелкие петарды очень интересные, классные. Так, вот такие красненькие. Так, к сожалению, что-то разбилось одно. Чуть-чуть. Но вот так выглядят. Интересные. Так, сюда их. Давайте дальше. Так, упаковка ракет вот таких от фирмы Максим. Свистульки 10 штук. 12 штук в упаковке, вроде бы, если не ошибаюсь. Да, 12. Вот такие ракетки. Так, сюда их. Свистульки, так. Мелочевка. Смотрите. Так, это у нас какой-то Corsair 1 на 2 взрыва от фирмы Furor Double Bank FK3. Вот так выглядит. Так, сюда. Дальше, петарды казацкие. Corsair 3 на 5 взрывов. Черные 5 взрывки. Так, также черный Corsair 4. Вот такой. Чуть-чуть есть повреждение, но он весь такой, я, в принципе, уже брал, показывал. Так, давайте дальше. Дальше петарды от фирмы Агенция Свято Макси P2000. Это типа пиратка, только по 10 штук в упаковке. Так, следующая большая упаковка Corsair от Золотого Дракона. Один взрыв. Давайте посмотрим, как он выглядит, этот один взрыв. Зеленые такие, видите? Вот. Обязательно напишите, если хотите, я взрыву целую упаковку связкой. Мне очень нравится их связкой взрывать. Очень хорошо получается, поэтому пишите. Будем тестить связочкой. Так. Дальше. Петарды. Так, со свистом Corsair 4. Так. Фиолетовые. Блин, капец. Разбитые. Вот это меня огорчает, что здесь порох. Ну ладно. Слава богу, что хотя бы там одна штука только разбита какая-то, и все. Так, не люблю, когда приходишь, открываешь пачку, а там просто все растрощено.
Вот такие зеленые косарчики. Это у нас двухвзрывные. Два взрыва. Так. Давайте дальше. Смотреть, что пришло. Так, салютик вижу. Серенький. 7 стреблястых комет. Серенький. От золотого дракона. Вот такой малыш. Вот артикул, кому интересно. Салютик очень классный. Будем тестить обязательно. Так, дальше еще вижу салют. Феникс. Такой я уже брал. Мне тоже понравились. От золотого дракона салюты. Очень классные, поэтому беру. Очень легкий. Ну, в принципе, здесь не конкретный салют, а с такими классными эффектами. Поэтому посмотрите в ночных роликах. Так, дальше. Петарды Big Silver Cracker. Капец, вылетает. Что-то с рук все. Ну-ка. Вот такие зеленые петарды. Вот так выглядит. Так, закрываем. Так, здесь у нас 36 штук в пачке. Ставим их сюда. Так, грандмаусы. Грандмаусы мышки, я думаю, все видели, как выглядят. Давайте дальше посмотрим. Что у нас тут за мелочевочка? Так. Розочки от... Так, дальше у нас вот такие идут розочки от Фиери. Здесь у нас в упаковке 6 штук. Розочки обычно в упаковках по 6 штук, но есть еще блоки целые. Там 12 блоков по 6 вот таких петард. Так, есть вот такие розы. Сюда. Так, дальше. Смотрим. Дальше у нас петарда Red Devil. Вот так выглядит. Упаковка красная. Так, давайте посмотрим на петарды. Вот такие большие петарды. Здесь 20 штук в пачке. Смотрите. Петарды хорошо сделаны. Отличное качество. Вспышка в каждой присутствует. Вот. Очень мощная. Это аналог P23, только со вспышкой. Мне очень нравится и вам рекомендую. Так, вот такая коробка. Так, сюда. Так, дальше петарды Корсар. Один взял одну упаковку вот таких фуроровских и упаковку казахских Агенция Свята. Посмотрим, как они упакованы, и я их обязательно, судя по всему, буду взрывать связками, чтобы было интересно, поэтому взял. Так, и еще вот таких вот Корсара 1, тоже упаковку. Так, эти у нас вот такие большие петарды, взрываются отлично, но сложены не очень, поэтому я их переслажу. Потом, когда буду взрывать, я, наверное, на пол выставлю все, и тогда будет нормально, потому что в пачке не получится все поджечь, как обычные петарды. Так, следующий Корсар 4, вот такой красненький. Вот такие петарды. Отличные. Две штуки. Так, здесь у нас 12 штук в пачке идет. Вот таких не разбиты. Все отлично. Есть упаковочка. Так, сюда ее. Так. Дальше. Ленты пулеметные. Так, здесь одна ленточка завалялась. Одна петарда, смотрите, вот так выглядят. Вот такие маленькие петарды в ленте. Так, здесь у нас 10 лент по 30 петард, то есть получается в общей сумме 300 взрывов будет. Отличная штука. Есть другие ленты с другими фасовками, их тоже заказывал, посмотрите в предыдущих распаковках, было интересно. Так, вот такие блицы. Давайте посмотрим на них. Так, блиц вот так выглядит от фирмы Максим. Это маленький однозарядный салютик. Очень классная штука, рекомендую. Так. Следующие Spanish Cracker. Конфетки. Маленькие конфеточки. Вот так выглядят. Есть. 10 штук в пачке идет. Так.
Напишите еще, какие петарды заказывать буду, еще что-то интересное покупать для вас. Будете смотреть, как оно взрывается. Так, а дальше петарды от фирмы Агенция Свято. Вот такой соловей-разбойник. Так, посмотрим. Так. Здесь вспышка, как видите, есть. Вот. Хорошая, думаю. И взрыв, в принципе, отличный. Я такие уже взрывал. И аналоги взрывал, тоже отлично взрывались. Мне понравились. Так, ставим сюда. Дальше. Последнее, что здесь есть в коробке. Так, посылка закончилась. Это большой Корсар 16, ваш любимый. Взял на какие-то супермощные взрывы. Что-то такое интересное повзрывать. Поэтому предложите варианты для новых роликов. Постараюсь поснимать таких видосов для вас. Так, вот так выглядит. 4 штуки в упаковке. Супер больших Корсаров 16. Такой толстый фитиль здесь хороший. И массивная петарда взрывается очень хорошо. Рекомендую вам, покупайте. Так. Давайте поставим все и посмотрим, как все выглядит. Вот так. Так. Смотрите, вот так выглядит вся пиротехника, которая была в сегодняшней посылке. Распечатали, все показали вам. Смотрите. Мышки есть, Корсар 1 для связок, Корсар 4 тоже можно в связку взять. Вот эти Корсары 4 тоже связочкой повзрывают. Супер мощные петарды на ночь. Такие со вспышками очень хорошо заходят. Корсары 16 какие-то предметы повзрывать. Ночные салютики различные, мощные петарды вот такие. И в коллекцию мою вот такие. Когда-то вам их обязательно распечатаю, покажу, как они выглядят. Может быть, даже взорвем несколько штук. Здесь у нас, по идее, 5 петард. Можно, в принципе, все 4 взорвать на каких-то 4 видоса, а одну себе оставите на память. Пусть будет. У меня, кстати, коллекция огромная, напоминаю. Обязательно посмотрите. Я для вас сниму такой видос. Будете смотреть, какую пиротехнику я себе оставил. Вот. Вот так выглядит данная посылка сегодня. В общем, надеюсь, она вам понравилась. Поставьте обязательно лайк, ребят. Чем больше лайков, тем больше развития канала. Я буду стараться для вас снимать какую-то интересную пиротехнику, какие-то взрывы классные. Больше всего мне нравятся взрывы связками, но это очень затратно. Но если вам будет нравиться эта рубрика, я буду стараться для вас такие ролики снимать. Связками взрывать очень нравятся петарды. Любые, большие, маленькие. Это все очень интересно получается. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить данных видео. Подпишитесь на второй канал, ссылка будет здесь, также внизу в описании. На втором канале выходят также классные видосы с петардами, как и здесь. Очень интересные, поэтому рекомендую подписаться, чтобы не пропускать интересных новых роликов. Что ж, надеюсь, данный ролик вам понравился. Смотрите, здесь 4 видео, они тоже классные, может быть, вы еще не видели. С вами был ТНТ Фокс. Ставьте большие вот такие лайки, ребят, а с меня интересные такие новые ролики о пиротехнике. Пока-пока, до новых встреч.